нас на сайте информация висит, и список животных, которые у нас без опеки, которых можно взять. Этот нет еще. Ни опекуна у него еще нет, ни имени нет. Ну, пока вот посмотрели по здоровью, что... Ну, природу, скорее всего, уже не выпускной, у него связки на одном крыле нарушены. Клетка специально такая маленькая или можно лучше? Нет, это просто его посадили пока то, что у нас было свободное. В летнее время они у нас на улице в вольерах находятся, а зимой мы забираем их. 120-190 грамм, они маленькие, это самая маленькая сова. Они больше не вырастают. У нас проблем с карманом нет. У нас деньги шукуне идут на лечение, на восстановление. Очень дорого, конечно, лекарства, аптеки. Ну, я в аптеку возьму этого. Что нужно? Нужно, да очень просто, договор с институтом заключаете и давайте, все. Договор. Я хочу сфотографировать. Помните, как кто мне этого хомячка продал?